Я тебе так скажу. Если я сделал выбор, это надолго. Вот так с банком было. Положил деньги 3 года назад, так и лежали мертвым грузом. Условия жесткие были, но сижу. Хотя вот в Каспи ставка по депозитам 9%. 9. Ну, думаю, не мальчик уже, не дергайся. А тут в воскресенье деньги понадобились. Но я в банк, думал, как Каспи, по выходным работают. Разбежался. Это была последняя капля. А теперь вот всем доволен в Каспи. Ставка по депозитам 9%. Зачем другой банк, когда есть Каспи?